Друзья, сейчас вот мы по ступенькам начинаем свое восхождение к потрясающему мемориалу принца Альберта. Настоящее шедевральное, огромное здание. О, какое здание? Мемориал. Вот. Датирован, если не ошибаюсь, 1851 годом. Он был мужем принцессы Виктории и, соответственно, также вот этот вот район, Саус Кенсингтон, знаменитый своими колледжами и музеями, именно вот он заложил и активно развивал. Вот по краям, значит, всевозможные животные расположены, они знаменуют собой, ну, части света, что ли. Вот если слон, то это Индия, если жираф там, то это будет Африка. Вот внушительно. Ну а вот смотрите, с другой стороны это королевский Альберт Холл, где всевозможные спектакли играются, оперы и тому подобное, музыкальные всевозможные выступления. Шикарное здание в викторианском стиле. А вот с другого ракурса показываю вам Royal Albert Hall. Здесь вот памятник. И вот смотрите, Королевский колледж музыки. Тоже прекраснейшее строение. Он знаменит тем, что в нем находится музей инструментов мира. Вот. Открыт он не всегда, но когда он открыт, можно посмотреть на всевозможные диковинные инструменты, собранные со всех уголков планеты. Это Королевский колледж музыки. Так, друзья, вот мы вышли на Exhibition Road. Это выставочная дорога. Вот это вот здание называется «Польский очаг». Когда-то здесь был паб, очень известный, сейчас трудно сказать, что оно все представляет. Это тоже колледжи всевозможные здесь, то есть, как вы видели, здесь сосредоточение всевозможных научных, музыкальных, культурологических, технических университетов. А вот чуть дальше, там уже начинаются музеи. И мы посмотрим сейчас, пройдем мимо научного музея, внутрь мы не пойдем. Также тут будет музей Виктории и Альберта, также в десятку входящий самых популярных аттракционов Лондона. А пойдем мы в музей естествознания, который находится также вот здесь совсем рядом. Итак, вот Queen's Tower. Сейчас она закрыта, а раньше на нее можно было подниматься. Красиво. Итак, и дальше идем к музеям. Так, вот научный музей. Он из двух зданий стоит. Старое его здание, вот дополнительно построенное новое. Научный музей. Ну а мы идем в музей естествознания. Он вот там за поворотом будет.